Я, конечно же, считаю, что такого рода мероприятия, они и дальше будут поддерживать студенческую атмосферу. Я думаю, что не только московские вузы, но и вузы других городов возьмут вот это эстафету, чтобы у себя приглашать именно на свою территорию из разных городов, из разных стран, других команд, помогать им почувствовать себя членом вот этой семьи внутри нефтегазовой индустрии, непосредственно в Олимпиаде Петрака. Я считаю, что это не только Олимпиада, но это как стажировка, можно так сказать. Потому что мы используем программы, которые нам будем... Мы будем это нужно, когда мы будем работать в нефтегазовых компаниях. Олимпиада очень интересная. Во-первых, спасибо большое, хотелось бы сказать, организаторам. И соорганизаторам, это РУДН. Очень понравилось в университете здесь. Очень масштабно, очень красиво. Также очень понравилось именно само задание, проработанное, грамотно составленное. Впечатления очень хорошие.